Матери, воспитавшие 5 детей, теперь будут единовременно получать 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал Рустам Миниханов. Также президент вдвое увеличил дополнительное вознаграждение женщинам, воспитавшим 6 и более детей. Каждый месяц теряют почти по 100 тысяч рублей. РЖД «Содружество» намерено закрыть остановку 753 километр на маршруте Свияжск-Зеленый Дол. Причина – безбилетники. По словам железнодорожников, в среднем пассажиропоток по этой станции достигает 250 человек. Билеты покупают не больше 80 пассажиров. Игроки «Казанского Рубина» активно готовятся к субботнему поединку с московским «Спартаком». Сегодня команда провела открытую для СМИ тренировку. Матч начнется в 7 вечера. Наш канал будет вести прямую трансляцию.